20 мальчиков! Здравствуйте, братики гостейки! Все званые, незваные, все почтенные! О, Гришка! Погляди, неужто сам приехал, а? Ну, Константин Кельминович, здравствуй, дорогой! Ну, у тебя сегодня день был особливый? Послуженную, поряженную по свою. You have a special day today. You are finding your bride. А, слушай, только мы давали одну, а теперь там вторая. I went last week again. Ну что, где свадьбы? Да конечно, так что? Она вот свою сестру-то назвала на своей свадьбе, так все, на этой неделе теперь другая свадьба. Молодец, мы же говорили, а? Все правильно сделали, все по уму. Давай уж, Константин, с тобой поговорим. Let's talk. Ну, ты мне скажи, кто твой этот? Друг закобичный. Who is your best friend? Александра. Александра? Жена говорит! Слушай, это, конечно, хорошо. А из Пурнеги у тебя есть друг-то? Кто тебе помогал-то? You have to have the guy friend. You're not here now. Well, now you have one, right? I have a husband now. You are the best friends now. Okay, sure. Choose one. Конечно, давай за него сиди. Запомнили. Ну, Уно, чё? Давай, вставай. Чё, Уно, тебя собирали в дорогу? We prepared you well now, right? Так, значит, ты всё знаешь now теперь. You know everything. Ага. Ну, вот этот, Константину, да, помог? Will you help your brother now? Yeah, no. Ну, конечно, ты сделался, да. Да, да. Да. Ну, давай, рассказывай, значит, как тебя это, ты его наряжал? Ага. Did you help him to prepare yourself today? Of course. Like... Марик helped you? Да. Ну ты ему сразу говори, в левый ботинок да положил. Did you put something in your left shoe? Ладно! Уно, что с тобой делать-то? Хорошо, что я у тебя есть. Сейчас я тебе помогу. На, вот! У меня да здесь, видишь, семя запустено. А ты возьми. Да ему туда запихни. Левый, левый, да. Лев, верно. О, молодец, хорошо. Помнишь на что положил? Дина. You remember why you can do this? I'm taking video, take picture. Для детей, нет? Какие дети? Это чтобы урожай. Чтоб урожай был. Короче, много фуда у них было. Ага. Чем столы у вас от я сломились? Ну ладно, князь. Но в правый ботинок ты ему, видимо, тоже не положил, да? Money. Деньги-то где? На, держи. Ты ему положи туда. Он евро. Ну и хорошо. Это допомнишь на что? Money. Вот, молодец, это запомнил. Ну уж, ладно. Все, Гришка. Коли князя собрали, пора в путь отправляться. Только что-то у нас гости, да, стоят. Опять ногами не топают, ладоши не хлопают. Ну-ка, yeah, yeah. We need to have your permission. Where is mom? Yes, yes. Yes, some yes. Just, okay. We can't go just like that. You we just have hold to get the permission for me. I'm video. Mm-hmm. Okay. No, help you. Это видео. Видео. Ну, ничего сложного-то нету. Нас не сложно. Уходи, Джин, хорошая, ко мне. Иди сюда, рожая. Ну что, вставайте вот здесь. Уж нам да на дорожку благословение надо получить. Yes, you have to get your permission to get inside, to get the bride. Ехать нам, дружкам, княжим, чистыми полями, зелеными лугами, темными лесами, по столбам поточенным, послуженным, поряженным по свою, по Александру Владимировну. Because we have to go all the way, there will be a lot of grass and fields and houses, and we have to go all the way to get Alexandra. Uh-huh. So you, we need your permission so it will be a successful getting it right here. Готовы? Что ну, делать? Вы ему скажите, good luck, короче, пожелайте. Good luck. Best wish, all the good luck you will need it. Best wishes, son. Okay. Всего хорошего.
хорошего. Ты сможешь. You can do it. Fighting. Bring her. Заберем сейчас, все, заберем. Ну ладно, ну чего, Коллинз, готовы, благословение получили. Так уж поехали тогда всем нашим свадебным поездом, посушенную да поряженную свою. Да, козлону колокольному, правильно? Гришка, заигрывай! Поехали! Thank you very much. Будем девок Приехал на Огнев один, а по
впереди со всем своим поездом. Вот Бирсинский с боярами, Петрушка с подружкой. Виталий! Стоят под окном, под небесным облаком. Велели нас с дружкой спрашивать, есть ли у ваших дверей придвернички, а у ворот придворнички? А есть такие, не есть. А вас как звать, как по имени, отчеству величать? А величать меня Светлана Николаевна. Светлана Николаевна? А, да. Светлана Николаевна, ты погляди, кто к тебе приехал. Приехал ведь князь молодой ясный сокол. Приехал не просто так, а по слову, по рукобитию. Было рукобитие? Чего молчите, да говорите, было! Вот, повелел нас дружка спрашиваться о здоровье княгини молодой. Да нельзя с ней увидеться. Слушай, ой, миленькие-то мои! Да это сделать ты никак не можешь, но. Это что? Так у нас-то ведь во дому-то большой двор, а на том дворе-то высокий ты. Так никак это ты не поломать, да как-никак у княгини-то молодой не спроси. Светлана Николаевна, что? Ты погляди. У нас ведь с тобой взято много народу, да много всякого инструмента, правильно? Да. Мы те тыны поломаем и княгиню непременно увидим. Вот так вот. Да все бы так бы хорошо. Так спрашивать-то не у кого. А как это не у кого? Так княгиня-то молодая. Обернулась белой лебедью, да улетела бы княгиня. Ладно, Николаевна, да ты погляди. Наш-то князь молодой обернулся соколом ясным. Княгиню догнал и домой привел. Да наша-то княгиня обернулась рыбкой-то плотвичкой. Да в океан-то уплыла, да куда же спрашивала? А наш князь молодой обернулся окунем морским. Княгиню догнал и домой привел. Брюки. Я вот тебе чудо-то зачем так скажу. Наша-то княгинюшка вчера-то на Перу была. Прислала! Так лютито от дома потеряла. Как же я вас пущу? Ладно, все с тобой понятно. Наш князь молодой на том Перу был. Ключи я нашел и вам велел передавать. Так вам сразу сказал, деньги надо, правильно? Вот ключики какие. Так, у нашей княгини тоже ключи, как серебряные. Ладно, за княгиню за такую денег не жалко, дай тебе поболее. Ой, мы то думали, что пришли, то люди, то все бедные. Мы тут все люди, то богатые приехали, то все серебро, то златом платят. Ну так чего, воротики-то откроешь? Открою. А ты только погоди. Как велишь, до наших коней к золотому столбу привязывать, а ли к серебряному кольцу? А к золотому? А нет ли на дворе свиньи горластой, да собаки кусастой, да гуся зубастой? Тогда собак на цепь посадите, свиней в хлев загоните, а гусей в стадо поставьте. Ну так и хорошо. Ну что, простите, проезжайте на двор, коли так. Ой, батюшка. Матушка с батюшкой встречает он нынче у крыльца. Ну так ладно, хорошо, гостеньки-то гостейки, проходите. Ну-ка у нас, сколько нынче поезд тут свадебного, ну-ка те. Ну нынче много. Ну так ладно, теперь и че-то уж пришла пора. Ой, с родительских-то рук. You have to get the permission of the bride. Квасу отведать из браты не то. Квас-то это общая доля. О, куда мы все здесь собрались, так надо общей долей-то. От одной семьи другой передать, поделиться. От начала-то снять в новую доме. Уточка-то поплывет, у каждого-то
будет. Каждому гостю счастье, здоровье припишет. Все худое уберет. Вот надо пригубить и отдать. Да самое главное, у кого последнего в руках брат и не окажется, чтобы тот до конца все допил. И над головой себя потряшу, показать, что пусто. Вот тогда всем здоровье и припишется. Чарочка пицца, серебряная, ой, на золоте бродяжке понесена. Вот, все, попробуй, да, друг другу не давайте. На здоровье, на здоровье, на здоровье, все твое. Да, там до юнитки, давай, то по голодку вперед. Вот, Дина! Рядышком вдвоем доставайте сюда. Вот хорошо. А котики, вот все, не до сюда и проходите пока все. Вот здесь прохладненько, свяжитесь. Далеко ли? Далеко ли Анна-то Владимировна у меня? Скорунилась я. Девка толмачка-то моя, где? Вот аквасу выпила, хорошо. Что теперь нету ее? Сейчас мы дождемся ее так далее. Заходите, гости у нас, видите, сени-то нынче незаполнены, а белые полы позатоплены, затопчены, потому как гостей-то со всех областей. Эдак, заходите, гостеньки, рады вам, заходите, миленькие. Вот сюда, заходите, проходите. Вот так. Анна Владимировна, а ты чего там схоронилась? Давай, без тебя тут. Бегу, бегу! И вы-то мне стали. Все, ну ладно, хорошо. Я говорю, квас хорошо выпила, ой, да? Хорошо, хорошо, да. Я надоела. Это ладно, хорошо. Пока здесь ты стоишь. Для утверждения любви. To confirm the love. Между князем Владимиром. The bride and the groom. И нашей княгинюшкой Александрой Владимировной. Я сейчас любовь твою закрою на замок.
We have to lock your love carefully, so it will not escape. Князюшко молодой. The groom. Одну ногу перенеси сюда, а другую здесь оставь. One leg there. Yes. Вот так. Так. Духи страшные, забираю любовь князя молодого Константинова, Инюшке молодой, Александре Владимировне. На годы долгие, for really long time, forever. Ступай туда, туда, туда. Now, carefully, you have to step inside. Вот, молодец. Стой здесь. And have to stand there. Ну вот, гостеньки, гостейки. Вот у меня замок, вот ключ. Пойду сейчас. Колодец самый глубокий ключ, что выброшу, чтоб ни один человек не добрался. Любовь, что не отомкну. И замок спрячу. Вот так. Nobody will find the key forever. Nobody will find it. Хорошо. Теперь еще можно и нам всем заходить. Now we also can get inside. Да на лавочке усаживаться. And have a seat around. А вы проходите сюда. Уна, пошли со мной. Пойдем, пойдем. Уна, you have to go as well. Ты не бойся, все хорошо. Don't get afraid, Уна. И вот, где он это уже потерялся, а? Только, только отпустил его. Вот, садись пока вот здесь-то, садись. Садимся на лавке, садитесь, костеньки. Видите, как нынче день, то какой волнительный. Заходите, усаживайтесь. Что для вас, сегодня гостей-то нынче. Заходите, проходите, сидите. О, давайте сюда. Чаю, маляки, честные поезжане. Своди. Князь, то, конечно. От какой стоит вдоль половицы-то. Да только я тебя-то не знаю, кто ты такой-то есть. Чего с тобой-то, родной эту баю, не знаю? Да как это я-то кто? Я же дружка княжия, верно? Best friend. Best friend. Девки, вы знаете этого человека? Нет, нет. Дружка, не дружка, ничего я не видать. Ничего не знаю. Где твой знак, чтобы тебя в поезде-то было видать? Ой, девки, верно говорите. Не знак, это какой ты дружка? Подруженьки, милые, вы дайте знак, чтобы дружку в поезде было знать. You need special sign. А у нас невеста не сирота. Не отдадим тебе без серебра. Вот we are not giving the bride without money. Денежку плати. За знак деньги плати. За знак да надо деньги заплатить. А то у нас дальше ничего не пойдет. Что ж это? Так что ушла? Нет, наверное, нечего. Так? Что, правильно? No, right, no. Что это? Нет. Пушай денежек, да побольше даю. Вот. Принес тут карманы до пят. Ничего за знак не дует, только требует. Держите, за знак того денежки-то не жалко. О, это все за знак. Ох, какой денежек. Князь, да дружка-то княжья. Детки, да вы. Вот сколько сладя вам насыпала. На пряник сиропный на лет два. И на знак. Ну ладно, платить за знак. Хорошо, ласнак-то. Погляди, у нас княгинюшка-то все это своими родственниками-то вышивала. Это у нас, конечно, на рукодельно, ничего не скажешь. Really good housewife. Ну, вот ваша теперь. Сейчас на знак да надену. Да уж дальше разговор. Вот теперь, чё-то я вижу, что ты дружка княжья, а то пришел чужой. И давай меня пытать. Чего да как? А я тут чего? С тобой говорить. О, девки, ну так ладно. Девки, пойдем нынче эту... Купим лавки. Ну вот, другое дело. Ну что, милые подруженьки, стоит перед вами князь молодой Ясный Сокол. Вы уж место его почетное уступите, да покажите. А место здесь? Место уступите, покажите. Не могу я никак место-то уступить. Гришка, ты погоди. Не могу. Ты что там сидишь? Как? Чего я сижу? Троюродный брат. Моя троюродная сестра. Oh, когда успел-то? Вот. Когда успел по природе? Ну и чё? Ладно, Гришка, давай поговорим. Ну что, князь молодой, не могу я тебе место уступить? I can't give you my place. Словом я связан ведь. Or because I have my wife. Я к этому привязан. Yes, so have to see there. Чем ты там привязан? Привязан. Надо бы, дядюшка, выкуп большой дать. You have to be... Это за что выкуп? Как? За что-то?
Это ты посмотри, сколько она всего съела, да выпила, то пока она себе дожила. За 20 году. Саша ate so much, now they have to get some money back. Ну ладно. Ну давай разговорим. Давай кому считаем. Давай в порядке покушать у нас. Она алкоголь. Очень любила покушать. Это смотри сам. Свеклы, 10 бочек. Ладно, погоди. Я в кинычи не урожаю. Да ладно, погоди, не надо, у каждого на огороде растет. Нету, нечего, свеклы, так, ты говори под свеклу. За свеклу, да, вот. Это уж немножко вам. Я свеклы только вам. Капусты-то, 20 боксов. Что, 20? Бочек, чего? Бочек, смотри. Капусту-то она, что вы? И баба, я. Утром, да, вечером, да. Вот она, капуста не шибко стоит. Да, капуста-то не шибко. Это, конечно, хорошо, что она не шибко-то. Так ведь, 5 быков. 5 быков. Ой, как она быков любит есть. Я мамилёты есть. Я мамилёты достойно. Хамани, да, холхалой. Тихо, погоди, погоди. Я с князем посовещаюсь. Князь молодой, ты мне скажи, ты ее сам да прокормить сможешь? Ты подумай, подумай! Think carefully, have to think carefully. А не сможет, так мы себя и покудрявее еще найдем. А еще у быков-то всего 5 было. Ладно, за быков-то уж отдать придется. У Людки Храповой была свадьба, так за 20 быков ведь рассчитывали. Ладно, держи. Наша, то только 5. Вот вам за быков. Так и что ты, друженька, нам положи? За 8 овец? Да. Ой, курда! Не считаешь! О, мой бог, чикен, they kind of count how many you ate. Друженька, друженька, дружка не хорошая, дружка не прихожая. Как на дружке натоплеши, разгулялись от реши. Одна села, друга бела, третья все волосья села. Друженька, друженька, дружка не хорошая. Вот вам! Вот же так нам приехали важные денежки бумажные. Да, это знаю. Я не знаю. Я не знаю. За пиво это на все, что съедено и выпито. Друженька хорошой, друженька причесной, дружка в городе бывал, чашки возьми не мывал. Друженька, друженька, друженька хорошой, друженька причесной, увезет нашу подруженьку навеки с чужой дом. Ну вот и хорошо. Хоть и сестра на тебе, уж я знаю, волнуешься, да что делать. Да, уж сестру-то мою береги хоть. Да. Have to keep the Sasha say, люби. Ой, такая-то девка-то красивая. Ну что, князь, иди свое место занимай. Now you have to go to your seat. And what? Ой, я ничего не забыл. Погоди. А вот. Нет, погоди, погоди, князь молодой. Это что творится-то? What is it? Why you are here? А девки-то чего у нас нынче? Девки-то, погляди, нарядились. Так, ладно, погоди. Милые подруженьки, а вас-то как звать? Как по имени отчеству величать? Девки, как ей по имени? Давал нам имя Поп Вавилов. Так оно за ним так по реке-то и уплыло. Поэтому мы не знаем, как назвать и как величать. Вот так. We don't know our names. Ладно. Когда буду к вам, милые подруженьки, обращаться. Ладно, хорошо. Милые подруженьки, вы княже не стыдно уступить. Can you give up your seat to our groom? Григорий Никонорович, ты погляди-ка, что делается-то. Приехали вам гости-то незваные, верно говорю-то. Не из Питера, из Питеряне-то, а? Москвы, москвичи, да и не из Вологи-то, Ворокжане, верно? Дому вашему разорители, и связи-ка их, Григорий Никонорович,
Лес густой. Вот там есть лед густой. Овес крупной. Семя малина посажены на лина. Лошадям дадут там сено в курзине, щель в черепине, ложки в берестяные, а хлеба так и ломтика не дадут. Вот так. Понятно. Григорий Никонорович, мы ведь вашему дому не разорители, правильно? Мы же приехали не из Питера, питеряне, верно? И не из Москвы, москвичи. И ведь даже не из Вологды, вологжане. А приехали мы по слову, да, по рукобитию. По слову... Матушки, кончились слова! Трудности перевода, понятно. We came by the contract. Молодец! По слову нашего князя молодого ясного сокола. Так что мы, да уж, вашему дому не разорители. Вот so так вот. Ой, друженька, верная слушенька. Пойди-ка ты в чисто поле, широкое раздолье. Там овраг. А на овраге стоит избушка. Вот два кола вбито, да бороной покрыто. Там сидит кот. Вот ты сначала ему поклон отдай, а потому что с бабой разговаривай. У кота один хвост, так ты поклонишься. Милые подруженьки, не так я прост, чтобы чествовать кошачий хвост. Так что вы не кичитесь, а на нашу просьбу согласитесь. Ты вот нам скажи, какой мы дорогу ехали? Верхний, нижний, а может средний? Какой дорогой ехали? Какой дорогой ехали, гости? Верхний, нижний, а не средний. Какой надо, какой ехали? Это ты молодец! Ну, что, выбирайте, какой дорогой. Чус! Гостики, гостики, помогайте, какой дорогой мы ехали. Корректвей, корректвей. Правильной дорогой мы ехали. Правильно это, да? Я кого ехать? Верхние говорят, я знаю. Верхние ехали. Платите, давай, за верхнюю дорогу. А кто ровно знает? На верхнюю дорогу кто ведь? Конечно. Гордицы летят. А платье за верхнюю. Ты много-то не накладывай, то не хватит тебе. Ладно, вы в следующий раз думаете. Это верхняя дорога, птицы, которые летят. Верхняя дорога, верно, только кто летает? Птицы. Птицы. А нижней дорогой кто? Рыбы. А, все порядочные люди, правильно, средней дорогой ездят. Так что мы на ушках по средней дороге приехали. Только наши дороги, я так скажу. Наши-то княгиня молодой, заплетены косы-то в 99 пряточек. А на каждой пряточке-то 99 кисточек. А на каждой кисточке-то 99 ленточек. И каждая ленточка то, что не стерпит, то рук. Так что вот уплатите-ка нам за каждую ленточку. За каждую. Кирилл, Саша, you have to put the money. Погоди, сейчас мы это подумаем. Сколько это у нас, сколько это будет? Ты посчитал уже? How much to give each hair of Sasha have to put money? Each single one. How much? How much? Да, ты это точно скажи. Миллион надо, говорит. Так что, миллион. Не думай в этом еще раз. Где же тебе миллион возьму? Ладно. Друженька, не хорошая. Друженька, не бывал, чашки медные мывал, он полоски выпивал. Друженька. Вот вам. Дружинка хорошой, дружинка пригожой, дружка в городе бывал, чашки медленные мывал. Дружинка хорошой, дружинка пригожой. Дружин, откупили, будем. Конечно, на прянички-то нам хватит. Да вот уйди на прянички, пойдем целый дом и не на один. Давай, вот девки, уходите. На прянички, вот девки, лишь бы пряники. Ну, теперь уже... Константин вместе. Константин, ты давай беги быстрее, пока место не заняли, а! Ладно, Николаевна, ты зубы-то не заговаривай, а нашу княгиню молодую выводите.
Where is the bride? Друженька уважительный, полудужий учесливый. Князь ясный сокол. Our handsome boy. Мы-то с вами что поговорили? Let's talk more. Загадай я вам загадочки, девичьи, берегу. We have a special question to ask. Потому как у нас невеста-то, ой, не сирота, как бы девку-то отдать. We love our Sasha too much, can't give it to her. А вы-то кости растопырьте уши-то, да помогайте этим, я там-то что? And the friends have to help. Давай загадочки попроще какую. The first question. А вот что-то греет, что-то греет во всю Россию, да во всю широкую. They are warming up something in the whole Russia. Что же греют, то греют, то греют. Keep warming it. Если уж то, мужики, расскажите уж. Что там говорите? Ну, что греет-то во всю Россию? Солнце? Ой, девки-то умные какие! Солнце греет, солнце греет. Давай, да, я. Олька, давай, ты по закупу. Second question. More difficult one. Careful. Кто-то платит, кто-то платит. Безурывно, без перестанов. Keep crying non-stop. Да. Who is it? В этом доме поплакало, в другое перешло. Keep crying here, из keep crying there. Из другого дома дальше пошло плакать. Keep crying everywhere. Платью, дождь. Оплатите за то, что! Оплатите, оплатите! Как называть? Я же меня запомнила! Платят, а коли купите платят, так все, не будет труда, так и увидите. If you keep crying, there will be no people anymore. Коли перестанет платить, то. If it stop crying. Конечно! Владимир Ильич, платят, он платят, и платят. Вот, батюшка, какой разумный. Владимир Михайлович, видимо, ошибку хочет дочь отдать, помогай. Help me, так как это будет, Саша, бай. О, Дмитра моя, давай, Оля. Чего? Что-то растет? Давай, ну-ка, отгадайте, кукостеньки, дорогие. Another one. Что-то растет, что-то растет. Keep growing something. Без коренья, without, без растения. Without any leaves, without any roots. What is it? Сложную загадку подумайте. Что это растет, растет? Без коренья и без отрастения. No roots, no leaves. Что, детка, чего сказала-то там? Что говоришь? Родина, девка! А что? Погоди, погоди, а что она сказала? А мы не слышали. Вот, видишь, я слышала, что неверный ответ. Она... А ты скажи, что? Может, она верно сказала? Ладно, ладно, ладно. Что, девку-то это самое, зарумянилась уже. Не трогайте, отклините еще девку-то молодую. Князь-то молодой, чего? Any answers? А что, дружка, да учи! А чего я стою? Я смеюсь на этом. No roots, no leaves. Baby, любовь. Baby, we have money, our family. What? Baby, хорошо, но они английского не знают. Давай-ка подскажу вам. Подскажи, Оля. Вот я то скажи, так прямо из земли то и выходит. It's coming from the earth. Там никак не может остаться, земля там выталкивает. Can't keep in the earth. It has to come out. No. Что из земли то выходит? Земля это все выталкивает, выталкивает, пока она на поверхности не вылезет. Гора. Гора. Ну, гора, ты еще... А маленькая как маленькая называется? Не гора, что это? Камень! Ой, молодец, хорошая это! Вот! Вот какие умницы! Ой, девки! Да. Анна Николаевна, да ты не плачь, ведь не медведь дерет, а муж берет. Ну, так что ты давай. Невестушка, не хоронись! Добрый людям покажи! Keep him ugly, bright. Ну чё, твоя невеста? Слушай, а кто русский заговорил, а? Что, хорошая девка, а? И мешок на нее нагрузишь, унесет, а? Да. На ногу-то крепко, на руку-то погляди, как о! Это тебе и мешок картошки на телегу повозит.
Лесушка, бери его. Ты еще раз. Хорошая девка. Не писала что-то, а? Нет, теперь мы видим, кто тут ел, да, в семье, допил много. Ну что, князь, не твоя? Нет. Девка, ты не расстраивайся. Так, вот, мы тебе по кудрявию найдем. Я тебе сейчас девку дам. Вот, давай, Я сейчас открыли. Залила и забила. Да, девка, бублик тебе, а? Чтобы ты это не плакала. Ну иди, девушка. Ладно, уж девица. Новая осталась. Светлана Николаевна, у нас туда княгинь то молодой. Загадочки есть. Вот. Так просто, скажи, мы ее не отдадим. Загадочки то особливые. Князю загадки то загадай. Вот. Коли эти загадки отгадаем, уж тогда выведем. Тогда княгинюшку то и выведем. Ну-ка. А первая загадка. А подай нам сюда на стул. А монаха да в белой рубахе. We have to give us a monk in a white t-shirt. Монаха в белой рубахе? Сомлел? Нету у тебя такого? Погоди, Светлана Николаевна, сейчас мы посмотрим, что у нас есть. По гостям поспрашиваю. Давай, пошарь, пошарь. В карманах все есть. Чтоб монах был в белой рубахе, чтобы был такой прям... Ну что, чем не монах? Вот вам монах да в белой рубахе. О, чем не монах? Хорошо. Давай, подружка, тогда знаешь, чего нам? Да, только. Синее море. Вот, с белыми лебедями. Это верно. Синее море с белыми лебедями? Да. У нас, слушай, для моря иногда же вон, гляди-ка, и берега тут есть. И берега есть. Вот. Давай, синее море, да, с белыми лебедями. Right монаху в белой рубахе. Может, гостеньки дадут? Чего они тебе дадут-то? С белым лебедям. Тут один ключник. Тут один ключник. У него все ключи. Вот вам, девки, море синим лебедям. Да вот вам лебеди. Вот. Вот сколько лебедей. Нисколько для вас, девки, не жалко. Ой, лебедь-то, ой, жирненькие такие, погляди. Один лебедь пришел. Что за лебедок? Не лебедок, маленький. Что за этим крылом-то летит? Давай нам взять. Не углядел, девка уже села. Молодцы, быстро догадались. Вежливый, слушай. Давай-ка, знаешь, тогда друженька нам. Для нашей княгини молодой. Золотой костыль. Чтоб она могла на него опереться. Да. Golden stick. Да. Уна! Уна! Не спи! Погляди, есть там и золотой костыль где-нибудь, а? Golden stick. Давай, подумай, где золотой костыль? Или что подумаешь? Уна, Уна! Что ты без меня делал? Догостники, дорогие! Wrong one. Вы поглядите. Князь молодой, встань на резвые ножки, на куни лапки. Чем не золотой костыль, а? Ведь на него всю жизнь княгиня-то молодая опираться будет, правильно? You will protect Sasha. Это честь, умная сына, это честь, уродная сына, он сумел на ножки садя, он сумел на поклону садя, за душу за красную девицу дал Александру Владимировичу. Ладно, да. Девки, вижу, с вами да ладу не будет. Уж пойду к отцу родному. Да, так мало. Владимир Михайлович, уж сумели вы дочь свою скормить, споить, сумеете старедить, да путь дорожку вывести. Уж выведите-то вы молодую молодицу, а повезем мы красную девицу. Давай, матушка, сначала уж выйдите. Из бабьего куда-то выводите княгиню молодую, потом уж батюшка. Fine.
тебя. Теперь сам учи. I will. She was really precious for me. Now she has to be really precious for you. Да. Да. Капуста рогата, бочку не несет. Сашенька богата, сами не сеть. Мешко припоет ее старец. Бери голову по крутому берегу. Набелена, намазана, под раскрово поясана. Своего кошечка глядят, подарить ее хотят. Садитесь уже. Ну, то теперь, наши друзья, то наши гостеньки, то надо подарочки выносить. Конечно. Да. Надо свекровушку сюда позвать. Oh, where is кто? Our mother-in-law? Да, где матушка-то? Он же го у нас, матушка-то. А я вот знаете, чего скажу-то? Вы переводите, да? Вот. Нынче-то у нас здоров, то княгинюшка молодая приготовила. О, миленька моя, путенце-то погляди. Эдак погромка-то какая. Ой, все-то своими рученьками доделала. А коли люба тебе подарочек-то, так руки бери. А коли не люба, так посором бросай. Or if you like it, you can keep it. If not, just throw away. А передний те-то какой вышивала-то, погляди. Все рамка, все рамка того, что ляжи-то какие. О, миленькая моя, все-то своими рученьками-то делала. Так если люба, так бери, а если нет, так посорок кидай. If you like it, you can keep it. If not, you just throw it away. А погляди, какая ты будешь сарафаня-то ходить, милька моя! А уж покровка-то какая! За сучок в лесу зацепиться, так вместе с деревом, то выйдите! So strong! It will protect you well in any weather. Вот какая! Вот так и то! Любо! Yes, still like it? Yes, yes. Батюшке-то погляди, порты-то раскрой! Где Кенгота у нас? Это батюшка тебе, вот! Так нет, женщина беру. Мужчина только радуется. You have to get heavy, mom has to take it. Мама берет, you just stand мама here. Радуется. And be happy. Ой, миленький, а пестрая, да рубаха-то какая! Ой, миленькие мои! Так что, любо ли? Still like it? А то подпорок кинет. Oh, wait, throw it away. Итак, хочешь, подпишай. На, подержи. Матушки! Матушка! Поезд-то, поезд! О, поедет-то! На ярмарку куда-то! Все, любо, да, любо дарить-то. Still like it? Yes. Молодец, батюшка, молодец. Ну а теперь, Анна Владимировна, надо нашей свекровушке, то мы песенку запоем по кругу пойти. С дарами, то, чтобы дары-то вот всем показать. Хорошо? Нет, только матушка. А батюшка просто стоит у стеночки. Now, now you're standing there. Over here. Now, mom, you have to go around. А ты свекровка козыре, не козыре, я ты свекровка козыре, не козыре, я ты свекровка козыре, я ты свекровка козыре, я буду ваша сучка по двери, ваша сучка по приступу, я на ваша сучка по приступу, ты покатилась в наступу, она покатилась в наступу. Хороший. Чего?
В школе дары подарили, так пора нам и повеселиться. Верно? Я на вас смотрю. Кевиндар шибко плясать хочет. Так уж не будем ему отказывать, верно? Пусть попляшет. Have a seat. Have a seat. Здесь лоточек есть. Ну-ка, а давай-ка, может, скамеечку вот тут идут, переставим пока. Даша тут поболее на место будет. Я поставлю. Ребята, мы так, мы пинем. А подожди, Ша, чтобы не пинем. Девки, давайте эту попорогу, Чтоб не говорили, нам попереть. Кевин, пойдемте со мной. Let's go together. Мы сейчас плясать будем. Now we will dance. Today. Okay. Я сейчас научу. He will teach you how to dance. Okay. Вы, значит, вот так вот встаньте. You have to stand like this. Сейчас, значит, Гришка заиграет на гармошке. Once the music starts. Вы, значит, по избе пойдите. You will go like this. Вот так вот будете ходить. Да. И каждой девке... And each girl you see... Будете в глаз заглядывать. You have to catch the eyes. Each girl here. Как, значит, поймете, что вам девка да люба? If you like some girl... Да. Вы, значит, к ней подойдите. You have to come to her. Платок на плечо положите. Do like this with the handkerchief. Ногой топните. Have to stand like this. If you like the girl only. Да, можно. Кого хотите? Не подумать надо. А, ну конечно. Сердце послушать, понятно. In your heart, choose. Ну, значит, девка и пойдет с вами плясать. А дальше объясню. Берите платок. Подбочинитесь. Мишка. Перед Кевином его и вверх, и вниз, влево и вправо. Left and right. Так. А вам, да, Кевин, надо будет платок да у нее отобрать. And you have to catch the handkerchief. This is a game, a dancing game. Будете вдвоем плясать и платком махать. Have dancing together and you are doing like this. I will show you. I try to catch. Да, I try to catch. Yes, you have to catch, but... You have to protect the handkerchief. Да, чтобы он сразу не отобрал. Not with him straight away. Да, пусть заслужит. He has to catch it well. Have to work for it. Yeah. Понятно? Dance, must dance. And dance. Да. Only dance. Ну давай, Гришка. Больно целоваться хочет. Выходите. У нас, наверное, гости, знаете, да, если платок да парень отобрал, девке надо платок вот купить. If you got the handkerchief, now she has to pay back. А у нас, да, на знаме, да, царь-батюшка, он нам из Москвы указы до свои отписывает. We have a special rule how to get the handkerchief back. Ты скажи, что это от царя-батюшки. This is from the king, our king, special contract. Okay. Have to follow. Ну чего, Гришка? Был указ. Yes. Куда нам без указа-то? А из Москвы пришел указ целоваться 100 раз. Так вот что надо делать, Гриша? Завидовать будем сидеть. Нет. Верно говорили, Гришка, нам не жалко, но завидно. Конечно. Нет,
Уж пусть это, мы что, до вечера считать им будем? Давай десятками, как яйца. Now we have to kiss 10 times. А, kiss 10 times. Да-да-да, вдвоем. А мы все посчитаем. Yes! Rewind. Okay, ready. Проводи свою даму, да проводи. Гусар, гусар, ничего не скажешь. Гришка, они как эти, как дятлы целуют. Ладно, и они, как говорится, целоваться хотят. Давай-ка еще выберем. Выходи ко мне. Правила расскажи. Не, погоди, я с тобой писать не буду, потому что я не кредит. Ну, сейчас и девку выбери. А, как Кевин выбирал, что надо тут учиться, иди девку выбирай, хорошо? Гришка, забыл. Проделала, а! А я кого проделала? Видимо, завтра давно целоваться хочет. Ира. А, Ира. Вспомнила, господи, вспомнила. Хорошо, Ирочка. Ну, для тебя это все понятно, да? Главное ему не сдаться быстро. Хорошо. А ты достал дело, что тут какое? Я Кевину-то забыл объяснить правила. Тут три правила для парня-то есть. Первое правило. За руки хватать нельзя. За подол, который кто-то уже оборвал, тоже нельзя обрывать. Ну и к стенам не прижимать. Остальное все можно. А обнимать можно? Как же? Что, нельзя? За руки нельзя, обнять, ну, конечно, можно. Поехали! Вам 9 раза. Давай посчитаем. И целуйтесь, а мы посчитаем. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Константин, ты все запомнил? You remember the rules? Yes. Да. Ну, сейчас, значит, подбоченишься, тут, думаю, выбирать не будешь. Is it the girl? Well, you know who to choose? Это правильный ответ. Ну, значит, ты к своей подойдешь, вот, вот так и положишь, такой топнешь девку и побежишь. Just put the handkerchief, she will run to you. Ну, поехали. Нормально. А ты не поддавайся. Давай, что пора запомнила. Я тогда уже. Так наша деревенская. Поехали! Что за парень?
слуга солнца вам 10 раз! Садитесь пока на местечко на ваше. Давайте-ко. Давай Константин, князь молодой. Александра Владимировна. Уж нам-то надо княгиню молодую в дорогу собирать. Да. Давай, Павлика Владимировна, уходи ко мне сюда. Сейчас мы княгиню молодую собирать будем. Вот, так. Вот ниточка 40 узлам кушовая. Не забыла, что что делать надо? Тренированная уже. Ничего не спрашивает, потому как все знает. Да, иголочка с откушенным ушком. А княгинюшка молодая Александра Владимировна сюда на круг нам выходит. Вот вам, гостеньки, гостейки, девку-то мы ведь как ведь не отпустим так. Нам же надо ей пожелать все. Чедородие, плодородие, доброй скотинушки для малых дедушек. Семья-то только нарождается. А для этого-то все по уму надо сделать. Так вот, матушка Ольга Владимировна, Наталью-то дотеньки, вяжи ниточку холщовую 40 узлам. А это, ребята, чтоб на каждый узелок породился паренек. А шо и девки, чтоб проскакивали, так вяжи, матушка. Вот так вот, молодец. Вяжи 41-й, 42-й, и где-то большая будет, так хорошо. А теперь, чтобы детки-то быстренько рождались-то, на 9 прокольчиков подол. Иголочку вот к ней, чтобы детки-то вот, мамки-то не задерживались, а как у Коли из печи выскакивали, вот так. Надеюсь, кукольчик он делает, так вот и все. Девка-то у нас будет. Внуков-то немного. Нормально. Скручена, сряжена, княгиня-то молода. Все, матушка, все предела, правильно, уж теперь можешь на место свое сойти. А вот поглядите у нас, невеста-то красавица, скручена, сряжена-то. Вот, аккурат по локоть-то серебре, по коленам золоте стоит. А князь-то молодой, выходи сюда, выходи к нам, Константин. Вот, погляди, давай рядом. А князь-то у нас сивой, да красивой, да ученый, да грамотно. Вот, князь молодой, ты да тоже иголочку да возьми. Да. И себе вам куда-нибудь, да, прикольно. Да, чтобы от дурного взгляда и чистой силы спрятать-то молодых, схоронить, потому как дело такое, им в церковь ехать, венцы принимать. Может, и он нам кланяться. Не приговорился тоже. Спили петухи на овине, задяли хвосты на столь высоко, увидели свадебку далеко. Кто это женится, кого это берет? Кто это женится, кого это берет? Костенька женится, Сашеньку берет. Костенька женится, Сашеньку берет. Вот руки так. Ну теперь-то надо бы благословить путь дорожку. Так что, родители княгини молодой, вы да ко мне подойдите. Как у нас говорят? Вот сюда да перед князьями, перед Сашеньки. Сумели вы детище да скормить, споить? Сумейте в путь дорожку благословить. Вам да, князья, встать, Богу помолиться, да, гостям поклониться. Поклонитесь гостям, да. Вот, запомнишься за их. Ехать да князьям, вон, через порог переступи. Да, по брусчатке, да по мосту калиному, по лазуревым цветам, по чистым полям, да по зеленым лугам. Под венцом стоять, закон Божий принять, суженую взять, ряженую взять. По Божьему повелению, по царскому уложению, да, по мирскому сговору. Так что, родители, слово да какое-нибудь напутствие им скажите. Ну так, а теперь-то нам чего в путь дорогу трогаться? Так уж путь дорожку поедем. Ну так, теперь это кибитки в аккурат. Молодые поедут, да, родители, а уж дальше мы следом пойдем. И за гор-гор высоких, и за гор-гор высоких, за леса за темного, и за леса за темного, где там Thank you.
I think we're not having a coin in. Ну ж, князья молодые, отец родной, родители, мы уж с вами нынче прощаемся. У вас-то еще пиры поднимать, венчаться ехать, а мы уж с ребятами пойдем далее по деревьям, да, дел-то да много. Напоследок, князья, вам да пожелаем. Прожить бы вам 100 годов, да завести бы вам двор коров. Вот и хаос. Меринов да стаю. Мерин. Коней. Коней. Стаю. Кошек шесток, свиней под мосты, а собак под столы. Рожать бы вам 7 сыновей да 7 дочерей. Сыновей женить у попов, у дьяков. А дочерей отдать за купцов да за бояр. Вот так вот. Ну уж ладно, гостеньки, будем с вами прощаться. Вам да до свиданица. Счастливой вам свадьбы. До свидания. И вам счастливо. Yeah, according. Then what do you do now? Go in again? Так, рассаживаемся. Ой, расходи потом, где не жайти. Рассаживаемся пока без мест. Сквозь еще. Видите, у нас все закрылось. Гойка! 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 Два! Три! Пять! Шесть! Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Идем на рекорд. Угощайтесь, гости дорогие. Спасибо. Вот теперь будем все. Что ты сливой, товарищи, расплетаем сами.